Всем привет! Давно не снимал видео про покупку и продажу автомобиля. Закончилась моя история с BMW X3, кто смотрел мои видео до этого. Немного севший у меня голос сегодня. Вот. В общем, как я и говорил, после продажи BMW я покупаю несколько автомобилей для продажи. Вот это одна из них. Одну я уже купил. Volkswagen Bora. Вот. Это вторая машина. На продажу. Сейчас покажу, как выглядит эта машина. Эта машина новая. Для китайского рынка. Называется машина Chevrolet Monza. Машина C-класса. LED-оптика у нас стоит. Литые диски. И спереди, и сзади у нас тормоза дисковые, кожаная оплетка на руле, мультируль, автоматический свет. Тут у нас мультимедиа с сенсорным дисплеем, классический автомат, но нет у нас здесь климата. Здесь у нас обычный кондиционер. На сиденьях у нас кожзам. Вот такая машина. А, ну и еще из приятного у нас имеется тут люк. По ценам. Друзья, по ценам есть разные варианты. Я сейчас нахожусь в Бишкеке. Если вы заказываете машину прямо с Бишкека, то есть я беру только за услуги осмотра, проверки автомобиля и отправки автомобиля до вашего города. То есть я проверяю лакокрасочное покрытие, проверяю подкапотное пространство, сверяю номер двигателя ВИН-коды, смотрю снизу, нигде ли ничего не поцарапали, когда машину грузили или разгружали. Вот. Ну и оформляю документы и отправляю автовозом, каким вы хотите. Можно крытым, можно открытым. Естественно, оформляем страховку. Естественно, делаем договора на оказание услуг. Ну и вы там в течение там 3 недель, я думаю, получаете автомобиль. Вот. Ну и второй вариант. Я покупаю автомобиль на свои деньги, привожу и продаю. Вот. Как говорится, тут дело нехитрая. В общем, такая вот машина. Я ее сейчас оформляю, документы оформляют. Вот. Атмосферный двигатель тут 1.5, 112 лошадиных сил. Коробка, как я уже говорил, автоматическая, 6-ступенчатая. Вот такая вот машина. По ценам оставлю свои контакты под видео. Пишите, будем обсуждать. Вот везем машину сейчас в транспортную компанию, оплатим сразу деньги, оформим страховку, ну и все, дело на этом закончится. Только остается ждать машину в Казани, а я еду вот на старом X5 дизельном. Так, ну все, машина в транспортной компании сдал. Страховку будут оформлять уже, когда подъедет фура. Фура сегодня, завтра подъедет уже. Крутая машина.